Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть. Короче, вот, рассказываю, ребят, записывайте. Как играть на этой вообще аномалии? Что она себе представляет? Что делать? Во что я превратился? Когда же герой первый раз получает смертельный урон? Ну, короче, у всех есть айсблок. Когда айсблок срабатывает, вам еще 11 голды дается сверху. Но это не говорит о том, что вы должны его сразу же тратить. Хотя на Тариме, возможно, так и выйдет, что я ее сразу потрачу, а в итоге зато я получу свой дроп, но... Какой ценой, да? Поехали. Так. Арслан, то... Так, не бореш, да? Здорово, здорово. Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Стиме или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Мне мага устраивает. Я просто так сделаю, подержи в руке. Арслан сейчас заболел, я выгляжу как больной. Не, я не заболел, мне нормально. Ну как, есть такое, но у меня... Всегда, ребят, болеем. Кек вейт мне жопа. Ребята, F. О, oh, ноу, no. Подождите. Год сменился. Ну, не знаю. Не, ну я не знаю, это... Вам, наверное, больше видно со стороны. Больно наглому, больного, да. Арслан, мне сложно, не запоминаю. Нет, почему я запоминаю? Не Rage, а это ссылка с... Нет, я в смысле, я мог бы сейчас кинуть, я это не на сейчас говорю, я в смысле на потом говорю, не на Rage. Так, он на 6 пробивает, на 3 пробивает. Наверное, мы не будем дожадничать. Лобки, анальные ползунами. Да почему мне пишут вот эти вот пасы с анальными ползунами? Откуда это вообще взялось? В какой-то момент начали просто этих ползунов кидать. Жадничать, да я не буду жадничать. Я что, жадина, что ли? Может, это и пошел. Ну и что это, личиха на сабилке все время жмет. Тем более, чем раньше начнем ей пробивать какой-то дэмэдж, чем раньше она, ну, типа, сабилки успокоится. Вот посмотрите, посчитайте просто дэмэдж, который я получил бы, если бы я остался. Ну и не ставил бы 3-3 и не давал бы ему стенки. То есть 3 ставерны, плюс 3-5 выживают, плюс 4-6 выживают. Ну, короче, это не прям что вау. Меня это вообще не устраивает. Потенциальные забафы, ну, типа, того не стоит. Резко крене. Сейчас опельки считают. Хорошо, когда вот, видите, минус 6 дали, минус там 11 дали, это... Это очень хорошо. Дракона пытаться лутать. С этими штуками большой шанс того, что я трепет смогу бахнуть. Тоже неплохо, чтобы камнями бафать потихоньку. Сейчас, секундочку, я... Давайте вот так покажу. Вот она, волцатая мышь. Финал вышел, только сейчас вышел, все понял. Ну че, левел вышел, он левел вышел, мне лицо разбил, за что? Ты звой. Комбинация. Фоля, кстати, тоже здорово. Найс, магаз, говна. Забрать плавник, чтобы бафать ведьму. Лучше подроль ничей найду. Привет, Арс. Здорово.
Здорово. Выкрутил сегодня Фурину. Вот тебе добрая, кого? Поддерживающая песня. Не обязательно слушать целиком. За что Фуриона, не понимаю? Чашка есть, чашка по троим. Чашка фигня, да? Ну ладно, лучше заберем. Фуриона не торкайте. Так, сейчас, ленивый, давай твой трекич. Йоник. И потом Славушка, спасибо тебе за 200. Фуриона я еще раз не трогал. Жарю, я уже жарю мохнатку. Ты видел, там выше мое сообщение было. Забайте КД за оскорбление. Да никто, никого нет, не оскорблял. Как будто ППС больше стало. Это просто Харстон 3-0 уже. Тут нереально все жестко. Нам жопа, ребят. О, ты еще 6 голды. У нас... О, почему у нас настолько хуже ситуация? Там у него отсюда идет голда. А, не, подождите, не голда, это идет, это квест идет. Ну, в смысле, голда выйдет отсюда через 3 карты в руку. И он мне еще на 15 прибивает, это... Вау. Нам жопа. По ощущениям, здесь... Будет неплохо, если мы хотя бы в топ-4 доберемся. Чел на 15 прибивает, дракон внутри. Интересненько. Еще согрета эта штука не так, да, чтобы сильно поможет нам. Ну, скорее всего. Тихони, бам-бам, резко забрал, начал бафать демонов. Ой, сейчас надо подумать. Не знаю, сейчас вот это вот. Как будто скорее нечем, да. Ну, сетап, мягко говоря, ну, не вау. Все не так силен был. Ну, типа, это видно было на самом-то деле. Здесь это был на самом деле Вина был, то есть у него просто я отлетел нашу стенку, самую большую, а так можно было победить. Арслан, это ты, Реден, кстати, хорошо танцует. Еще 6, получаем эту штуку, да? Еще 2, будем ее копировать? Да ну говно такое-то. Тоже не то. Пытайтесь что-то, что прикольное можешь копировать. Может я закопировать туда. Ну тоже не вау, если честно. Можешь еще рал сделать. Если на продаже, если на продаже. Тебя точно стол ставим. Ты с руки, возможно, будешь продаваться. Ща без понятия как-то камбэкать потом. Блин, реально, я, ну ладно, давайте попробуем. Я не уверен, что я как раз сижу, думаю насчет этого мува, но... По
пока не буду продавать. Ну, шанс большой того, что... А подождите, надо плавника было ставить, надо было тебя продавать, плавника ставить. Может не его призвать. Ой, фак. Кстати, форт, эффект конца хода, дуэт, прикольно. Ну, мы, наверное, должны нормально сейчас против такого сетапа. Нежить 6, нежить-то он еще много всего призывает. Мы его продаем, что-то крутим, давайте левел поднимем. Опять же, ограничений есть, наверное, пофиг. Неплохо. Фрик АСМР, почему фрик АСМР, почему не просто такой, о, АСМР. Ух ты, вау. Ничего себе, прикольно, вау. Трепетность такой, Лерой сейчас зацепить. То есть что я делаю сейчас, секунду. Поставил, продал, поставил. Подождите, есть шанс того, что он сюда влетит. Мне это не надо, мне тут... Мне ни в коем случае надо, чтобы он в него влетал. Кажется, 50 и 50 было больше шанса, что он туда не влетит. Ну хорошо, я дальше это все кручу дело. Поставил. Басажавр, окей. Тогда что? Тогда... Как делаем, ребята? Ролить просто... Поищем пассажабра, фиг с ним. Там, смотря кто, вот, смотрите, драконы, про чувака с фортами, вот это все, это будет отлично работать. То есть, пассажабра, Лерой еще найти, ну, типа, забрать, точнее. Все это прикольно, именно против нежити, это, ну, просто хреново. Роу, можно просто роу сделать? Ну, мы сделаем роу, наверное, его продадим, типа, и все, так с ним. То есть, поставил, продал, забрал. Есть вариант, что сделать? Есть вариант поставить пассажабра, продать эту двоицу нафиг, забрать сейчас Лерой, может быть, ну, не, подождите, никогда не лучше. Продажа. То есть, мы тебя хотим, да, поставить? Ты, конечно, тогда получаешь, но лучше, чтобы ты в дальнейшем призывался, потому что ты баф, возможно, еще получишь. Ты сам большого пытаешься призывать. Поэтому я хочу еще продать тебя, чтобы ты еще на стол призывался, ты будешь больше круче. И тут остается одна монета, с одной монеты начать это придумывать. То есть минусануть, поставить Лероя, наверное, ну, звучит как да. Звучит как да, но это против нежити ничего не делает, то есть стенка намного лучше. Наверное, Йола. Блин, вообще тебя в руке хочется подержать, я не хочу тебя на стол ставить, правильно? Тебя продать, не. Лерой Дженкинс! Вот этот мем. Разговаривай как Мурлок до конца стрима, бля. Разговаривай возбуждающим голосом до конца стрима. Какой голос возбуждающий? Я думал любой мой голос возбуждающий до конца стрима. В него тычку. Фак. В него тычку. Хорошо, тогда тычка только... А, подожди, там стенка. Только не в 2020, только не в поганище. Вот куда угодно, кроме поганища. Слушай, ладно, не работает. Ну, нежить слишком много всего призывается. Опять же, это просто нам просто плохо по всему. Своим голосом разговариваем, так и возбуждает, что вот я так подумал. Славушка, твой трек? Для кого старается она? А для меня. У коровы нет других забот. Есть траву и молоко дает. У него закончилась вот эта штука, что ли? А? Кто мне нафиг не усрался? Для кого старается она? Для меня. Я не хочу тратить свой айсблок против него. Там еще драконы могут с баблами. Ролла, мы паролим, что мы ищем? Мы ищем такого, да, чувака? Такого чувака. Одного из двоицы. Ты тоже пойдет, но его не хочу. Кого старается она? Ух ты, повезло. Давайте его заберем. Ой, как же повезло, ура. И в это я хотел. У меня стенка нужна сюда.
для кого старается. Она для меня. Я сразу его продам, почему? Потому что... Я не хочу, чтобы с тебя призывался тот Мурлок, да? Это мне в дальнейшем, возможно, нужно будет, чтобы... Найти себе... Чё там? Хреново, конечно, форте играть, когда у тебя существа одноразовые. То есть пацан был больше. Чисто ядами выиграл. Ну так он, наверное, проиграл, да? Не, подождите, он статам, кстати, проиграл. Чил по стам был еще больше. Как вылетел? Ну, очень просто. Он встретил мелодию, у которого 1 000 000 статов. Тут, кстати говоря, смотрите, он потерял свою плюшку в последний момент. Нет, он вначале потерял айсблок сейчас против Личихи. Затем он снова сразился и в этот раз потерял уже плюшку, то есть у него 2 жизни. Go level. Кого старается она? Для меня. Голова, да? Ну, если терпеть собирает весь мой ход. Я хочу его собрать, но, наверное, сейчас, да? Можно ролл сделать, еще продать эту карту. Даже тебя продать, возможно. Карпанца. Коровы нет, других забот. Есть траву и молоко дает. Для... Фаванга. Там в конце 2 демона призываются. Где там? Где там? Есть. Ну все, я говорил, что на него потратили сейчас оба... Совсем, еще этот секрет стал хуже, да, когда мы народа убрали. Мурлоки 2. Это может быть, но не знаю. Давайте берем. Все не то. Тебя забрать, наверное, даже, да? Мрачноглазый ass. Я должен её оставлять. Не могу её выбрасывать. Наверное, просто потравим. Не буду его копировать, просто заберем. Есть шанс того, что отсюда будет призываться воты, но надеюсь, что нет. Пытаюсь ложку как пару оставить, возможно, отсюда пойдет именно триплет. Мне нужны мурлоки 6 таверны, прям оба. Мне вообще, ну я миссу этих двух мурлаков. Мне нужно, возможно, с обилки её собрать его триплет, чтобы яда больше, ну, разлеталась. Очень много всего призывается, но сейчас посмотрим.
По стану просто рыцари не супер большие, вроде как. Если, конечно, я не буду их сейчас сидеть, просто бапать и в пул фокусить. То тогда они не очень большие. Призывается золотые следующий баблом. Вот прикиньте, просто одного здоровья не хватило, а еще одно здоровье, мы еще играем. Отстой. Эта песня специально для Арслана. Для меня! Меньше, чем три. Для кого старается она? Для меня, для меня, для меня. Интересно, могу ли я пожадничать еще один ход? Так, вот раз собираем, допустим, бам-бам-бам, надо теперь отсюда больше всякие герои, что-то еще призывать прям. Ой, столько всего, ребят, сейчас нам надо. Так, это песня специально для Арслана. Только, ну-ка. Арслан топ-1. Так, спасибо, сейчас ставим. Кажется, ты пошел вон отсюда. Поставлю. Или просто Суркини будем призывать. То есть мне надо, чтобы когда ты срабатываешь, ты даешь токсики по золотым ревидарам по троим, потом ты срабатываешь, даешь еще баф в руку. Конечно, может баф какое-то говно разлететься. Не забафается вот это, либо вот это, либо вот это, троица, это оки-доки. Ты последний ход стоишь, мы с тебя пытаемся забрать, потом тебя на следующий слот поставим, ты, то есть ты уходишь. Но это потенциальный золотой басажабр. Ну хз, мы вроде как усиляемся, поэтому надеюсь, что этого хватит. Дарнос, вода есть, если что, можно есть шанс здесь у него украсть. У него, кстати, еще золотой исполнитель. Ужасный удар Лероя, кстати, худший удар Лероя. Не было хуже удара. Это было неплохо. Это было so-so. Ты срабатываешь, все призывается, ты все-таки баф свой получил. Но баф мы отсюда тоже получим. Или не получим? Получим же. Не получим. Герой в руке нужен. Зачем он на столе? И что ты мне предлагаешь его как-то себе в руку забрать или что? Он у меня давно был на столе. Всегда такие вопросы прям. Никогда их не понимал. Очень странные. Госсет начнем. Сейчас пока думаю, как мы сделаем. Я могу в начале утра сделать на баблерше ее, да, Короче, мы вначале так делаем. Я сделаю подбафанную. Лорд Рейн сквозь как копье. Thank you.
Ага. Оставит, раскопает. Не, ладно, давай так посидим. Кстати, нет Винка Элема, то есть ее никогда не сделать хуже. Надо до него добираться. Ужасно, мы по нему не попали. Выиграл, если я в его снайпил. И, наверное, должно было быть не так сложно, учитывая, что у него буквально карты с маскировками. Тебе КБ когда работать дайте? Ладно, 3-4, наверное, поделают. Еще что-то не хватило, но продавать, стараться на стол ставить, не верно, что это было лучше. Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть!